Здравствуйте, меня зовут Максим. Я менеджер по продажам компании «Садовые механизмы». Вот уже более 10 лет я помогаю нашим клиентам сделать оптимальный выбор по садовой технике. Сегодня мы с вами узнаем, что такое предпродажная подготовка садовой техники, когда она нужна, когда не нужна и из каких этапов она состоит. Мы предлагаем нашим клиентам бесплатную предпродажную подготовку на большинство товаров, которые вы можете приобрести в нашем магазине. Это удобно в первую очередь для вас тем, что вы экономите свое время, а также тем, что получаете гарантированно исправную технику и готовую к эксплуатации, то, что называется под ключ. Она может вам не понадобиться в том случае, если вы по каким-либо причинам хотите получить товар в нескрытой заводской упаковке. Ну, например, когда вы хотите отправить груз через логистическую компанию, либо когда хотите подарить кому-либо данный товар. Ну а сейчас мы с вами переместимся на склад, где вы своими глазами сможете увидеть все этапы предпродажной подготовки садовой техники. В данном случае у нас будет снегоуборщик Ariin Snowtech ST22. Сейчас мы находимся на странице товара у нас на сайте. На ней содержится подробная информация, фото и видео снегоуборщика. И обратите внимание на вот этот значок. На всех товарах, на которых он присутствует, предпродажная подготовка для вас будет бесплатной. Это американская снегоуборочная машина, поэтому предпродажная подготовка, скорее всего, не займет много времени. Обратите внимание, что при покупке техники эконом-сегмента, производство Китай, сборка и наладка, скорее всего, займет у вас большее количество времени, чем сборка и наладка техники европейского либо американского производства. Итак, мы с вами находимся в святая святых нашего интернет-магазина в цехе предпродажной подготовки. Первый этап – вскрытие коробки и проверка комплектующих. Как вы видите, при распаковке крупногабаритной техники от коробки фактически ничего не остается. Следующим этапом после распаковки мастер устанавливает и крепит рукоятки управления снегоотбрасывателя. Третьим шагом является установка желоба снегоотбрасывателя. Данная работа достаточно трудоемкая и требует от мастера внимательности. После установки желоба снегоотбрасывателя мастер крепит рычаг регулировки желоба. В данной модели снегоуборщика масло в картер двигателя залито на заводе производителя. И мастер просто проверяет уровень масла и при необходимости доливает его, как вы видите на видео. Следующий этап – заправка снегоуборщика. Мы рекомендуем бензин октановым числом 92. В современных снегоотбрасывателях есть несколько систем безопасности, в том числе ключ зажигания. Как вы видите, мастер устанавливает его на машину. Если этого не сделать, снегоотбрасыватель просто не заведется. Далее осуществляем подготовку первого запуска двигателя. Открываем топливный кран. Переводим заслонку карбюратора в режим холодного пуска. Подкачиваем топливо. Производим запуск двигателя при помощи ручного стартера. Также после этого мастер проверяет правильную работу привода хода и привода шнека. Надеемся, что это видео было вам полезно. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт. Все необходимые ссылки будут в описании. До новых встреч!